Всем привет, с вами Елена Смирнова, и я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит чисто информационный характер. Значит, продолжаю я мониторить проект RefSite Time. Значит, проект такой хороший, как я поняла. Здесь можно зарабатывать без вложений. Значит, давайте я вам по порядочку тут уже расскажу немножечко тут. Поизучала его, значит, активный счет. Во-первых, есть язык русский, английский. Если на английский поставить, у меня как вот на Яндексе, он будет прыгать вот здесь, видите, ссылочка, все это, значит. А если на русский я вот поставила, все как бы адекватно, ничего не прыгает. Это для тех, кто на Яндексе. Так, потому что здесь автоматический перевод, как бы активности. Так, профиль. Начнем с профиля. Значит, здесь как бы ваши контактные данные, фотографию можно загрузить. Значит, указываем платежные реквизиты. Здесь все такое. Значит, и безопасность есть. Так, пароль поменять, если надо. И здесь что? Секретный вопрос. Ну, вписать. И ответ на него. Он нам нужен будет при выводе средств. Значит, так, возвращаюсь в панель. И хочу показать, как здесь работаем мы бесплатно. Значит, смотрите. Так, на серфинге. Нажимаем сюда. Серфинг. Значит, и смотрите, вот это вот таким цветом, это стандартно идет. Вот таким вот цветом, вот их две рекламки. Отдельная вкладка. И вот тут хочу вот вам показать вот эту вот уникальный ключ. Вот видите, она такая розовая. Вот их здесь много. Как их просматривать? Нажимаем. Так, подождите, не так нажала. Сюда. Нас перебрасывает на страничку коротких ссылок. Мы просматриваем эту короткую ссылочку. Проходим капчу, нажимаем. Ждем несколько секунд. Для тех, кто не знает. Так, нажимаем на зеленую вкладочку. И у нас вот такой вот код выпадает. Мы этот код копируем. Так, сейчас я еще разок скопирую. Переходим сюда. И вот здесь вот, вот в это окошечко вставляем вот этот код. Подтверждаем. Все, нам денежка засчиталась. Так. Вот таким вот образом вот, вот эти вот такие вот ссылочки мы просматриваем. Далее еще что у нас здесь хорошего есть. Мы можем бесплатно рекламировать свои проекты. Значит, смотрите, вот этот быстрый бонус. Мы просматриваем рекламку. Так. И нам вот сюда начисляются кредиты, вот CPM, баннеры. Одна рекламка, 100 вот этих, ну вот 100 кредитов. Так? И таким вот образом мы можем рекламировать свои проекты. Нажимаете сюда, быстрый бонус. Здесь 15 рекламок. Я вот одну сегодня уже просмотрела. Вот она не кликабельна. Вот 100 CPM баннеров кредитов. Так? И мы вот таким вот образом просматриваем вот эту рекламку. Каждая рекламка по 100 вот этих баннер-кредитов. Вот они вот здесь. Так, сейчас найдем. Вот. CPM. Вот баннеры кредита. Нажимаем сюда. Добавить новый. И что? Сюда вставляем название. Сколько у нас кредитов. Ссылка на баннер.
Значит, ссылочка реферальная. Размер баннера указываем. Вот в данном случае один баннер. И вводим капчу и отправить. И таким вот образом мы можем рекламировать свои проекты. Согласитесь, неплохо, да, без вложений. Вот. Ну, в принципе, это все, что я хотела сказать. Ну, а членство, вот этот апгрейд, это уже по желанию. Минимальный вывод, как я уже сказала, отсюда $10. Присоединяйтесь в группу. Какая вот на цвет и вкус, как говорится, в любую. Хотите во все. Ну, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.